прямо за мной находится супер заряженная Bugatti. Я не знаю, как она называется правильно, но знаю, что эта машина создана специально для игры Gran Turismo. На самом деле здесь очень трудно создавать какие-то репортажи, потому что везде очень много людей, и они все очень-очень мешают. Но я надеюсь, что смогу вам показать больше и рассказать. Поэтому ждите видео, либо фотографии. Все же имя у этого могучего и грозного чудовища существует. Это Bugatti Vision, то есть видение. И именно так немецкая компания смотрит в будущее. Хоть этот образец вполне реальный, но все же он пока остается вымыслом инженеров и, наверное, в первую очередь дизайнеров Bugatti. Это виртуальный автомобиль прямиком из известного симулятора Gran Turismo. Так сказать, специальный подгон для фанатов марки и игровой серии. Но Bugatti не первые. Mercedes-Benz, например, уже ранее представили свой AMG Vision, который как раз и запустил эту тенденцию, что еще лишний раз докажет токийский автосалон. Точная дата релиза 7-й Gran Turismo пока неизвестна, но скорее уже не в этом, зато в следующем году у нас, простых смертных, получится побывать за рулем этих невероятных суперкаров.